Мы в недельном цикле проводим раз в неделю работу над профилактикой, то есть чтобы у них не было там, у каждого человека есть какие-то определенные проблемы с определенной группой мышц. То есть и мы раз в неделю их обрабатываем, работаем с ними над этой частью мышцы или частью тела. И в тренажерном зале мы работали над верхним плечевым поясом, есть, чтобы не было нагрузки. И ребята подходят, если у них есть какие-то определенные проблемы. И мы с докторами тренера по физподготовке советуемся, как лучше подойти к тренировочному процессу, чтобы они были, то есть мы специально делаем упражнения разминочные, там стретчинг делаем и так далее, упражнения, чтобы у них все было хорошо. А вечером после второй тренировки у них есть процедуры, то есть у них есть реабилитация, массаж, спа и так далее, чтобы они были полностью готовы к работе.